Знакомьтесь, Арнольд. И он находится в Музее человеческого тела в Голландии. Смотри, это первая в мире разработанная биоинженерами человеческая кожа. В 2011-м голландские ученые создали козу, которая могла производить паутину, и превратили эту паутину в человеческую кожу. Такая кожа стала в 15 раз прочнее стали и могла останавливать пули калибра 5,56. На этом исследование закончилось официально. А что, если опыты продолжились тайно? Поздравляю, Арнольд! Ты стал добровольцем для испытания пули непробиваемой кожи. Вау! Ты еще жив, Супермен? Значит, опыт прошел успешно. Кажется, эти ребята довольны. И хотят повысить ставки. Этот гранатомет выпускает гранату из ствола со скоростью 120 метров в секунду. Ее взрыв пробивает 50 сантиметров стальной брони. Тут нужна кожа посерьезней. Например, из фуллерена. Это самый прочный материал известной науке — аллотроп углерода. И он в 200 раз крепче самой прочной стали. Поздравляю! Твоя кожа из фуллерена смогла выдержать выстрел из РПГ. Чего, конечно, не скажешь о твоем мозге. Ударная волна превратила его в желе. Но, к счастью, ты в суперсекретной лаборатории. Правильно, Арнольд. Идеальное время для побега. Ведь теперь никакое автоматическое оружие не может нанести тебе никакого урона. Тебя невозможно задушить или даже сбить на машине. Но сил у тебя у клипика-то не добавилось. Зато, гляжу, появились настоящие стальные нервы. Но проблема в том, Арнольд, что тебе придется до конца жизни скрываться, чтобы никто не узнал, что твоя кожа... Стоп, что? Да, Арни, вижу, ты на все готов ради лайков. Ну, делай как знаешь. Лишь следи, чтобы твоя твердолобость не вышла тебе боком. Даже у Супермена были слабости. У доктора Джо есть секретный состав, который способен погасить любую боль. Но для вас, рыжих, анестезии нужно больше, чем обычным людям. Это все из-за гена, который дает такой цвет волос. Наше тело состоит из огромного количества клеток. Для того, чтобы они могли взаимодействовать, существуют специальные белки в клеточной мембране — ионные каналы. Ионные каналы — это настоящие врата чувств, благодаря которым мы можем ощущать тепло и холод, запах и вкус, а еще испытывать боль. Ты можешь в большом количестве есть шоколад. Научно доказано, что именно шоколад может вызывать головную боль. Пожалуй, Арнольд, этот дефект тебе к лицу, и ты больше никогда не почувствуешь той физической боли, которую мне приходится тебе наносить. Но рано радуешься, дружок. Боль бывает еще и эмоциональной. Поэтому держись. Например, такой, как от неразделенной любви. Такую боль испытывают люди, которые обналичили свой биткоин в 2015-м. Арни, друг, не вешай нос. Ты же не чувствуешь боли. И это может только подчеркнуть твою индивидуальность. Можно, например, вшить себе в лоб бриллиант, как это сделал рэпер Lil Uzi Vert. В мире есть люди, которые не чувствуют боли. Это следствие дефекта гена SCN9A. Такие люди отличают холодное от горячего и чувствуют прикосновение, но вот болевой сигнал не проходит. Арнольд, неужели ты собрался выйти в ринг и отомстить парню Тагае за тот поцелуй? Запомни, Арнольд, не чувствовать боли — это еще не означает, что ты бессмертен. Мозг работает лучше, когда получает много питательных веществ. Этого можно добиться за счет быстрой циркуляции крови. Укол адреналина участит сердцебиение до 220 ударов в минуту. А 40-я чашка кофе обеспечит все 350. Давай проверим, достаточно ли мы напитали твой мозг. Да. А что, если мы заставим твое сердце сокращаться со скоростью 300 тысяч раз в секунду? Кровь будет бежать по венам в 20 раз быстрее скорости звука. Конечно же, все вены и сосуды лопнут. А сердце и двух сокращений не сделает. Поэтому добавим апгрейд. Сердце заменим на мотор, а кровь сделаем более вязкой. Вот это другое дело. В таком режиме ты Супермен.
все процессы в организме ускоряются в 1000 раз. Это будет самое продуктивное время в твоей жизни. С таким мозгом ты сможешь создать компанию успешнее, чем Google. Или доработать теорию гравитации Эйнштейна и продвинуть человечество на 100 лет вперед. Но из-за ускоренного обмена веществ все это время ты просидишь в туалете. Не переживай, недолго. Твое тело выдержит максимум 2 часа таких нагрузок. Потом бам! Ой, Арнольд! Ты забыл пройти тест, Арнольд! Я построил машину, которая делает вещи невидимыми на 24 часа. Есть 3 возможных подхода к невидимости. Первый — это идеальная прозрачность, которой нам не достичь. Второй — камуфляж, когда лучи, рассеянные на объективе, совпадают с теми лучами, которые мы ожидали бы увидеть в отсутствии предмета. Именно таким сделает объект эта машина. Третий. Когда некое устройство из метаматериала, типа шапки-невидимки, которое преобразовывает ход лучей света так, чтобы оно казалось неизменным. Сейчас мы испробуем ее на пицце. Если все сработает, это будет пицца, которой можно будет не делиться с друзьями на вечеринках. Так, включаю первый тумблер. Ты знал, что впервые трехмерной невидимости добились группы из Калифорнийского университета Беркли в 2008 году, создав сетку из серебряных микроволокон, не отражающую и не поглощающую световые лучи. В результате глазом воспринимался лишь свет от объектов, находящихся позади закамуфлированного предмета. Второй тумблер. Не двигайся! Стой! Что ты? Ах ты, идиот! Я бы тебя избил, но, черт возьми, не знаю, где ты! Надень эту шапочку, чтобы я тебя видел. Итак, у тебя есть 24 часа. Что собираешься делать? Кто бы сомневался? А если бы моя машина работала по принципу невидимости, ты бы стал слепым. Ведь у невидимки показатель преломления тела становится равным аналогичному показателю у воздуха, и хрусталик теряет возможность преломлять лучи света и фокусировать их на сетчатке глаза. Сама сетчатка также не сможет поглощать видимый свет палочками и колбочками по причине своей невидимости. Но у тебя, как я вижу, со зрением все в порядке. Слюнчай. Окей, теперь, когда спортзал закрывается, мы можем заняться чем-то еще. У тебя осталось 18 часов. Я имел в виду что-то более значительное, остолоп. Ведь ты мог бы раскрыть страшные тайны и совершить невероятные подвиги. Может, проберешься в зону 51? Ах да, они же в другом штате. У тебя есть идеи? Ты что, вздумал украсть его? О нет, это плохая идея. В любом случае, тебе понадобится план. Конечно, благодаря невидимости ты можешь остаться после закрытия. Но зачем будет обход охранника? А вокруг бриллианта лазеры. Ты что, сможешь сделать тройное сальто, схватить бриллиант и выехать из музея на машине, которая привезет новые древности для экспозиции ровно в 2:00? Все-таки это очень плохая идея. До закрытия музея час. Спрячься в том углу и жди. И шапочку сними, идиот. Уже скоро, Арнольд. Главное, не попадись. Арнольд, пора начинать. О нет, тебе же всего лишь надо было сделать тройное сальто. А ты опять облажался. Ну что же, теперь беги, как никогда не бежал. Выход уже совсем близко. Давай, Арнольд. Черт, кажется, все это время ты охотился за стеклянной копией. Как глупо получилось. Хотя это логично, что оригинал они хранят в сейфе. Не видать тебе любви прекрасной Тагайи. К сожалению, уже через час ты станешь снова видимым, так что сбежать у тебя вряд ли получится. Ну что же, удачи тебе, неудачник.
На этой конференции Илон Маск покажет процесс установки продвинутого чипа уже в мозг этим милым обезьянкам, а в скором будущем и человеку. Арнольд, прекрати дразнить приматов ключами. Ну вот, молодец. Наигрался. Не понимаю, зачем такого идиота Илон позвал на свою конференцию. С научной точки зрения нейролинк довольно простое устройство. Это набор электродов, которые передают электрические импульсы нейронов мозга в компьютер. Но с технической точки зрения это все же сложное устройство. Представьте, что мозг — это клубок очень запутанных проводов, а вам нужно очень аккуратно подключиться рядом, при этом ничего там не повредив. Арнольд, беги, время оплатить парковку. Скоро твою тачку заберет эвакуатор. Нужно скорее забрать ключи у шимпанзе. С такими ценами на парковку будешь питаться до конца месяца только китайской лапшой. Надевай костюм обезьяны, так у тебя больше шансов. Я знаю, что он плохо пахнет, это всего на 5 минут. Давай пробуй еще, у тебя получится. Эй, ребята, куда вы потащили Арнольда? Только я могу ставить над ним опыты. Илон, пожалуйста, пожалуйста, будь нежнее с ним. Блин, ну кому я кричу? Я же просто голос в голове этого кретина. Размер мозга Арнольда почти как у примата. И эта версия чипа подойдет ему как родная. Благодаря нейролинк Арнольд теперь может общаться с другими обладателями этого устройства силой мыслей по Wi-Fi. А также иметь огромную скорость взаимодействия с сетью интернет. Арнольд, давай напрягись. Ты точно сможешь это сделать. Скачай с интернета язык жестов обезьян. Даже не сомневался, что у тебя получится, но не думал, что это может затянуться на весь день. Я думал, ты настолько глупый, что тебе даже чип нейролинк не поможет. А ты просто забыл его включить. Что может быть прекраснее, чем летняя прогулка по парку? Не мы выбираем судьбу, она выбирает нас. Осторожнее, Арни! Ого, похоже, кто-то разлил здесь радиационные отходы. Эй, Арнольд, теперь ты можешь стать супергероем! Ты знал, что Росомаху из Марвел изначально звали Человек-Барсук? Ты же будешь Человек-Бабра-Скунсодятел! Это первый случай в истории. Сразу 3 суперспособности. Но суперспособности есть не только у тебя. Например, мастер меча из Японии Исао Мачи способен разрубить пулю, летящую на скорости 320 км в час. Славиша Пайкич из Сербии может выдерживать 20 тысяч вольт электричества, а также готовить продукты, пропуская ток через тело. А Вим Хоф из Нидерландов способен часами выдерживать отрицательную температуру. Он даже взобрался на Эверест в одних трусах. Что насчет тебя, Арнольд? Ого, я вижу, ты обрел способность забивать гвозди головой, строить плотины, а также разводить на себе суперблох. Если ты думаешь, что твои суперсилы глупые, посмотри на Дог-Уэлдера из DC Comics, чья сила — приваривать собак к противнику. А Цейтгейст из Люди Икс после ночной пьянки обнаружил способность блевать кислотой. Ты знал, что состояние Бэтмена — 98 миллиардов долларов? Быть супергероем — очень прибыльное занятие. Первый комикс про Супермена был продан на аукционе за 3,5 миллиона долларов. А судя по количеству запросов в Google, Человек-паук популярнее, чем президент США. Арнольд, я понимаю, все это очень круто, но все-таки задача супергероя не купаться в лучах славы, а сражаться за добро. Эй, ребята, мир в опасности! Без вас все обречены! Окей, я вас предупреждал.
Арнольд, это так на тебя похоже. Да, сегодня определенно не твой день. Выглядишь хреново. Но это стоило того, ты многим поднял настроение. Погоди, неужели ты в коме? Глядя на тебя, кажется, что ты умер, но внутри ты все еще жив. В коме ты не способен реагировать на внешние раздражители. Поэтому вполне сойдешь за фаната кей-поп и сможешь годами слушать на повторе одну и ту же песню. Люди могут провести в коме от нескольких дней до десятка лет. Эдуардо Барра в возрасте 16 лет впал в кому и провел в ней 42 года. По словам пациентов, во время комы они ощущали себя некой материей. Блуждали по длинным сырым коридорам, лабиринтам, проходили сквозь сложные механизмы. Степень комы определяют по шкале комы Глазго, где 15 баллов – это ясное сознание, а 3 балла – это смерть мозга. Арнольд, они собираются отключить аппарат! Очнись, и я обещаю, больше никаких опытов над тобой! Свет в конце туннеля! Давай, Арни, ты сможешь! Ты серьезно пострадал, поэтому врачам пришлось тебя немного апгрейднуть. Почти как новенький. Но есть проблема. Теперь нам нужен солдат без имплантов, и тебе нужно отправиться в прошлое и найти его. А вот и доброволец. Тащи его в портал. Остановись. Ему не нужна твоя одежда. Ему нужна помощь. Поэтому ты отправляешься в 2050 год. Да уж, не так все представляют светлое будущее. Ведь к 2050 году Земля будет страдать от глобального потепления. Население планеты вырастет до 10 миллиардов человек. Это вызовет перенаселение и нехватку пресной воды. А сверхдержавы развяжут войну за последнюю банку Пепси. Представляешь, планеты на грани уничтожения, они воюют из-за Пепси. Что ж, вернемся к нашей миссии. В 2050 году у каждого человека есть кибернетические импланты. А поскольку вражеские дроны могут засечь импланты на расстоянии 10 километров, ты, Арнольд, являешься самым неуязвимым человеком в 2050 году. Именно ты поможешь изменить ход войны. Итак, Арнольд, противник замечен на севере, но путь к нему преграждают электромагнитные пушки. Вместо снарядов они стреляют электрическими импульсами, а скорость импульса превышает 7000 километров в час. Нужно срочно найти укрытие. Бегом в метро. От пушек вы укрылись, но есть и другие проблемы. Сканеры обнаружили дронов. Арнольд, не переживай, ты же помнишь, что эти дроны даже не заметят тебя. Нужно просто проскочить мимо них и выключить питание. Молодец, Арнольд. К такому будущее не было готово. Вперед! Вы почти у цели. Пора выбираться на поверхность. Арнольд, вокруг полно противников. Залезай в экзокостюм! С его помощью ты можешь стать суперсолдатом и преодолевать большие расстояния, не уставая. А все физические нагрузки становятся в 20 раз меньше, чем есть на самом деле. Теперь ты непобедим. Нужно только разобраться с управлением. Арнольд, нет! Арнольд, ты только что убил себя из будущего. Ладно, не время горевать. Враги приближаются. У тебя есть огнемет. Используй его. О, да. Никто даже подумать не мог, что такое произойдет однажды в Голливуде. Арнольд, ракета. Решил потусить в парке. Похоже, буррито оказалось тебе не по зубам. Быстрее найди, чем его запить. Арнольд, стой! Бог знает, что может быть в этой магической лавке. Что ж, раз уж ты решил проблемы с мексиканской едой, идем развлекаться дальше. Какая огромная очередь. Похоже, придется запастись терпением. Или... Арнольд, это не очень хороший поступок. Похоже, этой милой бабушке нужна твоя помощь. Арнольд, берегись! Знаешь, Арнольд, я решил зайти в морг попрощаться. О боже, ты очнулся! Нет, ты воскрес!
Похоже, что эликсир, который ты выпил, подействовал, и ты стал бессмертным. Мои поздравления, Арнольд. Теперь ты станешь самым долгоживущим организмом на Земле. Твое тело имеет полную регенерацию. А термин «клеточное старение» для тебя звучит как шутка. Ну что, как используешь бессмертие? Я понял, будешь переходить дорогу на красный. Щупать незнакомых девушек за грудь, а также победишь в конкурсе двойников Кенни Маккормика. Какие глупости. У тебя бесконечное количество лет, а ты тратишь его на это. Арнольд, ведь ты можешь изучить все науки. Обучиться любым боевым искусствам. И даже отправиться изучать и колонизировать новые галактики. Арнольд, может, хватит тратить время впустую? Ладно, возможно, лет через 200 ты посмотришь все сериалы Нетфликса. Я вижу, тебе немного надоело. К тому же твой дом начал ветшать, а ты остаешься молодым. Один из минусов бессмертия. Тебе придется пережить всех своих близких. К тому же мир вокруг стремительно меняется. А вот ты отстанешь в развитии и будешь чувствовать себя лишним в обществе. Все, что было тебе дорого, постепенно будет исчезать. Со временем тебя вообще перестанет что-либо радовать и удивлять. Ведь ты все уже видел. У тебя наступит глубокая депрессия. Извини, друг, но это бесполезно. Прекрати, Арнольд, ты же знаешь, что ты бессмертный. Пошли посмотрим сериал. Арнольд! Арнольд! Космический корабль Илона Маска терпит крушение. Еще один провал после Сайбертрак. Ведь он так хотел колонизировать Марс. Илону удалось высушить человека и упаковать в капсулу. Смотри, это работает как лапша быстрого приготовления. Просто добавь воды. На борту находилось 67,5 миллиардов капсул, так что теперь на Земле станет в 10 раз больше болванов. Но это не твои проблемы. Хотя, наверное, уже и твои. Такое количество людей невозможно обеспечить транспортом. Быстрее дойти пешком. Каждый человек на планете ежедневно производит около 750 граммов мусора. Получится более 200 триллионов тонн мусора в год. Этого хватит, чтобы наполнить около 99 гранд-каньонов. Электростанции строят где попало, ведь 75 миллиардов человек потребляют около 125 миллиардов киловатт в день. Такого количества электроэнергии хватит, чтобы зарядить 8 триллионов айфонов. Но она выделяет огромные выбросы СО2 в атмосферу. Думаю, тут не нужно быть гением, чтобы понять, как это повлияет на климат. Места катастрофически не хватает, поэтому вот твои новые сожители. Только мужчины. Размножаться запрещено законом под страхом смертной казни. Этому миру точно не нужны маленькие Арнольды. Хотя тебе и так не везло с женщинами. Кстати, хочешь кушать? Вся еда синтетическая и используется повторно. Ты только что пробовал котлету из переработанной туалетной бумаги. Сам готовил. Для тебя. Это ты зря. В этом углу тебе еще ночевать. Из-за повышения СО2 все ледники растаяли и затопили 35% суши. Учитывая сельхознужды людей для пропитания, под жилье осталось меньше 1%. Теперь только богатые люди могут позволить спать с вытянутыми ногами. Черт, Арнольд, я завидую такому коротышке, как ты. Посиди пока в интернете, посмотри фильм на Slowflix. Упс, чтобы войти, нужно взять номерок и постоять в очереди. Ты всего лишь 1250-й, потому что из-за перенаселения скорость интернета упала на 99,5%. Смотри, куда едешь! 20-этажные кладбища только для миллионеров. Остальных людей хоронят на любом свободном клочке земли. Собирай чемоданы! Илон построил ковчег из океанского мусора и сказал, что подбросит тебя до подводного Лас-Вегаса. Города теперь строят 9000 метров под водой. Какие красивые большие овощи! Эй,
прекрати есть прямо в магазине. Эти овощи ГМО. В этом помидоре есть ген шелкопряда. А любой огурец с генетической точки зрения вообще на 40% похож на человека. Не бойся, ГМО — это не страшно. И я знаю, как тебе это доказать. Давай генно-модифицируем тебя самого, Арнольд. Проводить такие опыты над людьми незаконно. Однако в 2018 году в Китае уже родилось 2 генно-модифицированных младенца с запрограммированным иммунитетом ВИЧ. Мы в секретной лаборатории Пентагона. Тут в основном выводят ГМО-солдат. Современная методика CRISPR-Cas9 позволяет вживлять ДНК одного организма в ДНК другого. В домашних рыбок glowfish ген медузы вставили для свечения. Овощи модифицируют для дольшего хранения и вкусовых качеств. Хочешь стать выше? Возьмем ген Майкла Джордана. Уберем тебе ген потовыделения, чтобы ты перестал быть таким вонючкой. И знакомьтесь, Арнольд 2.0. Началась новая жизнь. Без потоотделения. Люди в автобусе больше не будут от тебя отсаживаться. А соседская бабка перестанет обзывать тебя мелким рыжим девственником. Теперь ты длинный рыжий девственник. Да, сейчас генная инженерия несовершенна, но за ней будущее. Уже скоро появятся дизайнерские ГМО-младенцы. А у преступников можно будет удалить ген жестокости. Это новый этап эволюции. Сладких снов, Арнольд 2.0. Эй, что происходит? Арнольд, ты что, украл инъекции из лаборатории? Что? Ты хочешь вколоть себе ген клубники, чтобы хорошо пахнуть? И ген корги для идеальной попы? Не делай этого! Остановись! О, боги! Я ошибался. Генная инженерия опасна не только для организма, но и для целого мегаполиса.